В преддверии Нового года в прямом эфире Авторадио состоялся последний суперфинал игры «Много автомобилей. Сезон премьер». Праздничный розыгрыш провели ведущие шоу «Мурзилки Лайв» Брагин, Гордеева и Захар. Вместе со знаменитыми артистами они раздали оставшиеся в фонде игры деньги, после чего вручили главный приз – обновленную «Сузуки Витару». Одно дело, когда ты даришь людям радость, транслируя в эфир музыку и сообщая информацию, и создавая красивый вот этот сейчас особенно красивый предновогодний праздничный эфир Авторадио. А когда ты видишь конкретное лицо человека, которого мы сделали счастливее, это очень здорово. Чтобы принять участие в конкурсе, слушателям нужно было зарегистрироваться на сайте радиостанции, поставить вместо гудка на своем мобильном телефоне гимн Авторадио и следить за розыгрышем в прямом эфире. Всего в игре «Много автомобилей. Сезон премьер» победили свыше 1600 человек, каждый из которых получил от 1 до 75 тысяч рублей или автомобиль. Многие люди, наверное, большинство, которые выигрывали у нас автомобили, а это и не 5 автомобилей, и не 10, больше мы, и даже квартиру мы разыгрывали, люди действительно были очень счастливы, и они решали какие-то свои там, проблемы, вопросы. Обладательницей серебристо-голубой «Витары» стала слушательница из Петербурга. Теперь ее ждут в московской студии Авторадио, чтобы в прямом эфире вручить ей ключи от новенького кроссовера. Про доверие уже никто не говорит. Все там понимают, что на Авторадио все честно. Вопрос другой. Это вера в собственную удачу. Это она, а когда люди верят в то, что может повезти, верят в чудеса, особенно перед Новым годом и Рождеством, мне это безумно приятно.